Жалко, юбка длинновата, была бы покороче, было бы интереснее выглядело, да? Но ты запомни, Елена. Так, ну что ж, я немножко расстроилась, что следующего вторника не будет, прям даже забыла, что хотела сегодня вам всем показать. Но, я собралась и вспомнила. Покажу вам, да, я вам покажу. Итак, мужчины, дамы, леди, джентльмены, встаем друг другу лицом, берем друг друга за ладошки. Дамы, напоминаю, позиция рук у нас вот в таком формате, у мужчин вот в таком. Да? Понятно, да, надеюсь? Мужчины открыли ладошки. Да, Евгений, сделал все неправильно. Ты посмотри, с тобой люди повторяют. Хулиганье. Нет, мужчины вот так, ладошки, девушки сверху в замочек, лапки положить. Да нет, ну что вы там учитесь? Кошмар. Итак, мои помощники сегодня замечательные ребята. Великолепная Полиночка, да. Зайдите к ней на страничку в Инстаграм и посмотрите, какая она замечательная дизайнер. Какая, у меня русский язык прекрасный, какая она замечательная дизайнер. Да, молодец. И замечательный, не менее замечательный, но не дизайнер, наш Денис. Да, один из, кстати, да что ж такое, слово замечательное, ведущий в стиле, в образе братьев Блюз, да? Ты же у нас один из них, да? Да, если что, зовите, он проведет вам мероприятие. Итак, посмотрите первое движение, которое мы будем делать. Движение, на самом деле, вроде бы и выглядит легко, но сделать его достаточно сложно, особенно когда мужчины в танце начинают думать о чем-то другом, а не о танце. Поэтому внимательно посмотрите, как движение выглядит. Денис, со счета 2, помнишь, да? Помнишь. Отлично. Счет 1, счет 2, поворот и замена руки с параллельным вращением. Да, вот такой вот элемент. Все посмотрели, никто ничего не понял. А теперь повторите, пожалуйста. Можно подойти сначала к бару, да, а потом уже повторить. Записывайте. Ладно, пошутили и хватит. Теперь это движение повторяем очень медленно. Посмотрите еще раз. Денис теперь очень медленно делает движение. Итак, счет раз. И Денис, и счет два. Да, место нужно. Ну вы, ребят, тоже руку прям не открывайте, вы просто ее чуть-чуть приоткройте. Да, он показывает максимально. А вот теперь посмотрите, Денису нужно повернуться налево и поменять с левой руки руку на правую. И снова вернуться лицом к партнерше, да. Девушки не забывают в этот момент отдать левое бедро. Бедро левое отдать. Молчать. Далее, внимательно, у девушки было вращение, теперь возвратный поворот, посмотрите, возвратное движение у девушки на кулачок, вот так вот, не видно, это полуповорот, не видно, спускайтесь к нам, подходите ближе, еще раз, бедро отдала, а теперь разворачивается к партнеру другим бедром и опирается на его правую руку. Ага, упритесь, это так называемый кулачок. Вы прям давите на руку партнера, и вот эту энергию, которую вы ему сейчас в кулачок отдали, он вам вернет обратно, и вам нужно будет, девчонки, повернуться, а партнеру повернуться вместе с вами. Поехали. И поменять руку на левую. Правильно, на левую, левую рукой. Ну правильно, поймал-то. А девчонка, ты не хихикай, а бедро отдай партнеру. Вот, молодец. Зомби. Ну, собственно, последний элемент, это возвратный, наконец-то, поворот на 360 градусов у девушки. Окей, сначала начинаем. С самого-самого начала, медленно. Начинаем с точки И. Ручки-ножки у нас вместе. Да подожди, Дэн, я объясняю уже. Точка И. Руки-ноги собрали вместе. И, да, присели, молодцы. Счет раз. Партнер идет налево, левая рука к левому плечу. На счет И. Соединили руки-ноги вместе. А вот теперь внимательно. Счет два. Партнер идет направо, ногу убирает назад. Правая рука у нас идет в сторону. Девчонки, бедро. Да хватит уже хулиганить. Ну а теперь партнер поворачивается под своей левой рукой и меняет на правую в повороте. Вот так вот. Наверху поменяли. Супер.
девчонки, молодцы, левое бедро, бедро левое, левое. Отлично, теперь правой рукой партнер девушку разворачивает и делает кулачок. Он открывает ладонь, девушка упирается кулачком. Ниже, ниже, партнеры, руку опускайте. Ну а далее у нас совместное параллельное вращение. Легкие сигналы, вместе с девушкой ушли в поворот. Поменяли руку на левую. Супер, возвратное движение, еще и собрались. И обязательно собрались. И вот из этой позиции еще раз. Партнер, шаг налево, левая рука к левому плечу. И собрались. Счет два. У партнера шаг назад, правый, правая рука ушла назад, в сторону. Отпускай правую руку, отпускай. Вот у тебя движение. Девчонки, руку опускайте, вам-то не нужна. Партнер, рука открыта. Хоп, задние ряды только сейчас догнались. Но это тоже хорошо. Еще раз внимательно посмотрите, как Дэн меняет руку. Он проходит под рукой и наверху меняет руку с левой на правую и отдает в бедро девушке. Супер, девочки, бедро. Отлично. Движение кулачок, руку правую вниз, девушка развернулась. Партнеры, ладони открывайте, ей надо упереться в вас кулачком. Дали легкий сигнал и вместе повернулись параллельно. Руку поменяли на левую. Возвратное завершающее движение у девушки. Счет И. Не забывайте про счет И. Это ваш помощник. Ух, справились. Я вспотела больше, чем вы, наверное, на танцполе. Забыла, как диджей это забыла. Руки Ньюджин, вы готовы? Включай музыку. Не надо на меня так смотреть, давайте танцевать. Со счета раз начинаем. Лево, право раскрылись, поворот под рукой, замена руки, ладонь и параллельное вращение. У нас здесь не собрание анонимных алкоголиков. Мы не делимся внутренним душевным состоянием. Мы танцуем, ты же знаешь. Ну иди сюда, у тебя и не получается. Я все равно тебя вижу, даже если ты упадешь. Ракеты, не скучайте. Что вы там залипли за столом? Идите сюда. Есть вопросы, подойдите к ребятам. Они вам все покажут в архимедленном формате. Потому что они с этим движением борются уже не первый год.
Так что попробуем и мы с вами присоединиться к нашим ученикам и сделать этот элемент. Называется он «Обратная восьмерка». Здесь, мужчины, я вас очень прошу, не торопитесь. Не торопитесь. Музыку и танец делаете именно вы. Поэтому, если вы начинаете суетиться, вот такое движение.